Ули, с вами Локки-Бобо. Ребята, сегодня мы вернемся к бабке и дедку. И, конечно же, занесем им обещанные подарочки. Я прям чувствую себя, как Дед Мороз. Ха-ха! И еще поздравим их с наступающим Новым годом. А перед тем, как мы начнем, хочу сказать спасибки большое-пребольшое всем за поздравления. Ребята, и вас с наступающим Новым годом! Ура! И для всех, кто любит искать пасхалочки, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде снежинки. Вот такой. Попробуй их найти. И напиши тайм-код в комментариях. И, конечно же, если у тебя красная кнопка подписаться, жмет на нее, и она станет серой. А сейчас хватай вкусняшки! И мы начинаем! Ну что, свою часть работы мы сделали. Теперь пора бабке с дедком заслужить свои подарки. Сейчас посмотрим, что они там наделали. А то, учитывая их поведение, они ничего получить не должны. Эй, нормально я себя вел. Где моя еда-то, а? Хочу торт и лобстера. Воу-воу, дедок, подожди. Не все сразу. Я подарки припрятал. Так что давайте, вы мне хотя бы стишок расскажете. Ну или поздравление. И вот тогда получишь подарочек. Тогда будешь сидеть тут, пока не отдашь мне мои подарки. А я не собираюсь сидеть, я же не поседа, поэтому ты не можешь меня поймать. Ха-ха, вот капризный дед, ничего не делал, пока нас не было, даже не переоделся и еще подарки требует. Вот это вредина. Где этот Локи с моими подарками? Внучок, ты видел Локи? Апчхи. Ой. Будь здоров. О, а ты уже тут, да? Что ты мне привез, а? Бабусь, давай-ка сначала поздравления. А то мы не уйдем, пока ты нас всех красиво не поздравишь. Значит, будешь жить с нами. Ха-ха-ха. Да, я тоже так сказал. Дай 5. Да отстань ты, дед. Ну нет уж, так не получится. Подарки дарят на праздники. А праздники – это веселье. А у нас Новый год на носу. Сейчас все бабке расскажу. Беги, дедуль, беги, ха-ха. А мы пока за дробовичком сбегаем. Гоу! Надо попозже еще к внучку заглянуть. Может, хоть он подготовил нам что-то, кроме ворчания. Сейчас немного подправим настроение бабке и дедку. Может, они отдохнут и вспомнят поздравления. Я же не так много прошу. А они ворчуны такие, брыкаются. Все им не нравится. И на блюдечке подавай. Так, патрончик бабке, патрончик дедку. Ребята, у меня кое-что для вас есть. Идите сюда. Это займет минуточку. Ща покажу. О, блин. Принес мой подарок. Конечно. Отдохни, ба. Он мой принес подарок. Ха-ха, конечно. Я вам принес немного сладких снов. Сейчас вы отправитесь в волшебный мир добрых бабок и дедуль. Ха-ха. Которые вам расскажут, как нужно себя вести. Бабуль, не стесняйся. Занимай место поближе к дедку. Вот так, в самый раз. Сладкая парочка. Ха-ха. Может, вместе придумаете крутое поздравление. Ну, или хотя бы поймете, что ничего не получится, пока не подобреете. Все, мы по делам, а вы отдыхайте. Кстати, ребята, кому интересно, как я готовлюсь к Новому году, welcome в мой инстаграм. Там я выбираю себе костюмчик на Новый год. Загляни и подскажи, какой мне выбрать. Ссылочка на инсту в описании. Так, сегодня мы уплывем на лодке. А для этого ее надо починить, конечно же. А то через дверь как-то не хочется бежать отсюда. Такой мороз. На лодке будет удобнее, как мне кажется. Так. Гоу, быстренько, найдем свечу для зажигания. А вот и наша свеча. Отлично. Но донести мы ее не успеем, так как бабка с дедом, я думаю, уже очухались. И мне не терпится узнать, что они теперь нам скажут. С Новым годом. Давай подарки. Ха-ха, уже неплохо. Но жадины так просто их не получают. Давай, скажи, что ты хочешь? Желаю платье. Да не себе же, бабка, а всем, кто тебя смотрит. О, и дедок тут как раз. Я хочу пожелать всем в Новом году, чтобы они чаще приходили ко мне со всякими вкусняшками. А то бабка готовить-то не умеет. И вообще, она мне надоела. Чего? А я тогда желаю деду в Новом году раскладушку в подвале. Ха-ха-ха. Не, ребят, так дело не пойдет. Теперь принимаю только стишки и только новогодние. Понятно? Хорошо. Только если бабка отстанет от меня. Дед, да перестань ты мне дышать в спину. Отойди и подумай лучше какой-то стишок. Окей, пошел думать. О, вспомнила, вот стишочек. Новогодний год, поздравляю вас, народ. Дед, помогай. Хлопушки-пердушки. Чего? Какие еще хлопушки? Ты чем там занимался, а? Ха-ха, по
Почти получилось! Подумайте еще хорошенечко! Стой же! Стой ты! Я больше так напрягаться не собираюсь! А придется, ба! Ребята, кому интересно посмотреть, как я живу и чем я занимаюсь в реальной жизни, залетайте на мой второй канал. Локи Бобо Влог, там я снимаю прикольные влоги. Думаю, вам понравится. Забегай! Ссылочка в описании! О, пошли еще! Носферату поздравим! А то не думаю, что ему там весело в закрытом шкафу! Привет, Носферату! С наступающим! И тебе не хворать! Желаю счастья и радости в новом году! Ну вот, молоток Носферату! Несложно же! Нормально поздравить! Он, конечно, старой закалки, манеры изучал там еще 100 лет назад. Ну, в принципе, как и бабка. Но ничегошеньки не забыл. А теперь заберем дробовичок и го вниз. А то бабка не очень-то довольна, наверное. И, скорее всего, следит за нами. Нам лучше обезопасить себя. Я тут Новый год праздновать не собираюсь. Значит, я его отвлекаю стихами, а ты ловишь. Понял, дед? Угу. Ой! Вот это попадание! Крутяк! Заговор против меня задумали? Ах вы! Ничего у вас не получится! Дедок-пердунок, а ты где спрятался, а? Не скажу, а то бабка разозлится! Но она успокоилась на некоторое время! Ха-ха! Выходи! Может, подарочек получишь? Если, конечно же, будешь себя хорошо вести! Учитывая ваше поведение, чувствую себя каким-то воспитателем, а не Дедом Морозом! Надо еще за вами побегать и упрашивать, чтобы подарки отдать! Да капец просто! Но мы не сдадимся и таки услышим поздравления от бабки и дедка! Ха-ха! Ну хорошо, я кое-что подготовил, весь год репетировал! Ну вот, крутяк, дедок, так бы сразу! А то мы уже начали сомневаться! Надо ли вам Новый год вообще? Давай показывай, что там у тебя? Я прям в предвкушении! Может, будет супер-пупер-шоу? Тогда, может, ты захочешь остаться с нами на Новый год после моего танца? Танца новогоднего деда! Хопа, хопа, руки вот, ноги вот, где встречает Новый год! Крутяк, дедок, вот ты заслужил подарочек! А теперь гони подарки! Только отдам я вам их после того, как убегу от вас. Иначе вы меня отсюда не выпустите. Я вас знаю. А мне домой надо успеть к праздничку. Прихорошиться еще. Потом вкусняшки приготовить. Это моя самая любимая часть подготовки к праздникам. Ребятки, а какие у вас вкусняшки будут на праздничном столе? Пишите в комментариях. Гоу еще проведаю внучка. А то мы совсем про него забыли. С наступающим, внучок. Ты что там спишь? Понятно. Значит, не шумим. Гоу, заберем ключ и спустим тихонечко воду. Интересно, а как там бабка с детком? Надеюсь, сидят и придумывают там крутое поздравление. Мы их тоже поздравим. Ребята, и вы можете их поздравить в комментах. Я надеюсь, на следующий год они запомнят, как праздновать, и уже без нас справятся. Хотя это не точно. Подарочки. Внучок даже во сне не может без подарков. Окей, надо его разбудить и рассказать, где его подарки. От внучка сегодня меньше всего проблем. Думаю, он заслужил на свое. Все, воду спустили, можно и собираться в дорогу. И плыть домой. Еще дома столько дел. А, где подарочки, а? Внучок, ты чего? Во сне ходишь? Ха-ха. Давайте мы попробуем его разбудить. Внучок-паучок, твои подарочки приехали. Вставай, подъем. Ой, подарочки. Ладно, спи, утром заберешь, Соня. Ха-ха. Вертолет-то открытый. Я знаю, что бабка с дедом лентяи. Им надо все принести на блюдечке. А то сами они никогда ничего не сделают. Но внучок, я думаю, ради подарочков все сделает. Он разберется. Я не сомневаюсь. Надо зарядить дробовичок, а то ходим с ним, как с аксессуаром. Вдруг сейчас бабка выскочит и будем убегать по всему дому. А дедок нас, как всегда, где-то поджидает. И опять все по новой. А от них можно ожидать чего угодно. Тем более, когда на кону платье и еда. Ха-ха. Стой, я почти закончила писать поздравления. Помоги с рифмой, к слову, писать. Бабусь, ну это же проще простого. Отмечать, создавать, изучать. И поймать тоже подойдет. Ха-ха-ха-ха-ха. Эй, за что? Капец какой-то. Сначала просит помочь, а потом битой машет. Вот бабуся-ягуся, коварная пердуся. Ха-ха. Что-то они задумали с детком. Думаю, мы разгадаем и эту загадку. Ребятки, а вы видели новенькую анимацию от Абеги Джо? Мне она очень понравилась, и вам советую посмотреть. Если еще не смотрели, то бегом к нему на канал. И не забудьте, конечно же, поздравить Абеги с наступающим от меня, ну и от себя, в комментах. Ссылочка на его канал в описании. Эй, бабка, ну что, готова поразить своим талантом? Конечно. Слушай, хорошо на Новый год елка, песни, хоровод. Я люблю его встречать и подарки получать.
О, бабка, у тебя хорошо получается. Поздравления и подарки. Я прям праздник чувствую. Вот бы Локи остался с нами. Не, дедуль, какое с вами? Вы чего еще задумали? Подарки в вертолете. И он, кстати, открыт. Так что с наступающим Новым годом вас. Надеюсь, они не поленятся и сходят в вертолет. А мы как раз успеем собрать лодку и свалить отсюда. А вот и топливо. Го, отнесем его вниз. Честно говоря, я очень рад, что бабка таки перестала ворчать и придумала поздравление. Она наконец-то сделала хоть что-то приятное. Я думаю, она никого еще до этого не поздравляла. Ну, или это было так давно, что она уже и не помнит. Ха-ха. Ладно, я думаю, она должна быть собой довольна. И мы со спокойной душой можем уже уплывать отсюда. Может, ты не будешь спешить, а? Помоги нам гирлянду повесить. Ба, давай уже в следующем году. Не все сразу. Ха-ха. Не хочешь по-хорошему? Тогда лови его, дед. Ты останешься с нами. Поймал. Ха-ха-ха. Блин. Вот, блин, такими добренькими прикидываются, как будто хотят дружить. А потом, хоп, и оказываешься в подвале. Не поймешь их вообще. А у парты это какие? Прям капец. Решили они, видите ли, что я должен с ними остаться праздновать Новый год. И решили-то без меня, без моего согласия. Никто спрашивать меня и не собирается, хочу я оставаться или нет. Будешь с нами и точка. А Новый год же семейный праздник. А это значит, пора включать старый добрый режим побега из бабкиного дома. А то так я могу и свои подарочки пропустить. Ты останешься с нами? Чего? Мне послышалось или ты спрашиваешь? И то, и другое. А как это? Ха-ха! Неважно, мы хотим встретить Новый год с тобой. С тобой весело. Ой, как это мило. Бабусь, мы заглянем к вам после Нового года. Договор? Нет, сейчас хочу. Дед, бросай все и чеши сюда. А я ничего и не делаю. Ха-ха! Кто бы сомневался? За весь день они только и делали, что ворчали. А, ну нет, еще научились поздравлять. А научить их — это большое достижение. Ха-ха, так что я учитель года. Ой, а что я сюда пришел? Забыл опять. Какой напряженный день. Пойду-ка я прилягу. Ой, и ты тут? Дедуль, диван в эту сторону. Ложись и телек включай. Главное, Новый год не пропусти. Хотя перед Новым годом часик можно и поспать. Ты ложись, а мы пока соберем лодку к отправлению. Поставлю свечу, потом руль, заправимся и гоу. Честно говоря, это самое зимнее наше плавание. Еще на Новый год мы не плавали на лодке. Ха-ха, хорошо, что вода вся под землей и не замерзла. А то надо было бы коньки искать. А у бабки такого, наверное, нет. Это же спорт, а они и спорт — это разные понятия. Ну вот, сейчас будет уже, чем управлять этой посудиной. Теперь осталось заправить лодку и свалить, а точнее уплыть. Ха-ха, не получилось бабке с детком нас оставить у себя. Мы, как всегда, умнее и хитрее. Блин! Я вспомнил, поймать Локи! Капец! Видимо, бабка и дедок очень сильно хотят, чтобы я остался с ними. Я бы сказал, это один из самых успешных дней для бабки и дедка. Но у них ничего не получится. А то, как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Отчет весь год с бабкой и дедком — это уже чересчур, даже через край. Так что включаем свою чуйку и побежали отсюда. И для этого нам надо найти только канистру и незаметно пронести ее вниз. Где же эта канистра? О, вот она! Теперь тихонечко, чтобы нас не заметили. Сыграю с ним в домино, а завтра будем елку разбирать. Да лови же его! Дедок, никто не разбирает елку сразу же после Нового года. Ха-ха! Как хорошо, а то так лень ее разбирать. Не переживай, дедок, без напряга. Все как ты любишь, будешь есть и телек смотреть, это ж Новый год. Оставайся и ты, поможешь мне каналы настроить. Спасибо, дедуль, но меня дома ждут, а ты время не теряй. Беги, каналы настраивай. Да, точно, этим я и займусь. И подарочки наверху не забудь достать. Отлично, дедок занят, бабка отдыхает, а мы гоу соберем быстро лодку. Почти готово. Ну что, с наступающим вас, дедуль и бабуль, и внучок-паучок, и Слендерина. А еще Носферату. Блин, сколько же вас тут? По-моему, никого не забыл. Веселого Нового года. С Новым годом. А мы погнали домой. Ура! Эх, без Локи не так весело-то будет. Ничего, бабка, гоу, я тебе станцую. Пошли лучше подарки разбирать, а потом танчить будем. С Новым годом. С Новым годом. Ну все, задание выполнено, подарки доставлены. Надеюсь, дед и бабка хорошенечко подготовятся к Новому году и не проспят его. Ха-ха, ребята, а может, накануне Нового года еще раз заглянуть к бабке и дедку? Как вы думаете? Напишите в комментах. А я надеюсь, вам понравился этот видосик. Оцените его и поделитесь этим видео с друзьями. А
А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за вашу активность и поддержку. Я это очень ценю. А на этом все. Всем пока-пока. До следующего видосика.